Уровень террористической угрозы в Великобритании остается критическим после теракта в Манчестере, который унес жизни 22 человек. Крытый стадион, где было совершено нападение, по-прежнему оцеплен полицией. Наиболее важные объекты инфраструктуры страны охраняют военные. Это было ужасное варварское нападение, говорит министр внутренних дел Эмбер Радд. Сейчас идет расследование, которое уже позволило достичь определенных целей. Пока мы не можем быть уверены, что вокруг этой операции не прекратилась преступная активность, что ситуация стала абсолютно безопасной, будет правильно, если мы сохраним повышенную бдительность. К месту трагедии люди несут цветы и свечи. В результате нападения около 60 человек получили ранения. Многие находятся в тяжелом состоянии. Эта террористическая вылазка потрясла всю страну. Я живу рядом с ареной и слышал взрыв. Атмосфера остается крайне тяжелой. Это, конечно, очень больно. Ранее власти сообщили имя исполнителя теракта. Это 22-летний Салман Абиди, родившийся в Великобритании в семье беженцев из Ливии. Полиция считает, что он, по всей вероятности, действовал не в одиночку.